Знаешь, лось, каждый раз, когда я хочу, чтобы у меня было слышно, звук мой искажается до безобразия. Молчишь, скотина. А я позволю себе порассуждать на тему. Почему? Почему мой мастер громкость-усилитель выкручен 110%? И какие-то невнятные искажения, бубнёж. Все это начинает доминировать, теряя основную суть моего звука. Раз. А вот когда я, например, кручу, и у меня на три с полтинкой, звук классный. Все слышно, в то же время есть ламповая сатурация. Есть, так сказать, окраска этого оконечного усилителя. Молчишь. Тебе, скотине патриота, не понять. Ну что ж мне тогда, нужно делать усилитель 1000 ватт, чтобы выкручивать его на троечку, и было очень громко. Думаю, многие порядочные люди так и делают, или подключаясь к 10 главам сразу, каждый из которых подкручен на троечку, или используя дополнительный рековый усилитель, этак на 400 ватт. Лось, ну поговори со мной. Я как будто ёбнутый. Сам с собой разговариваю. Есть только один выход. Есть только один выход. Это вот я сейчас попробую записать и покрутить мастер громкость для того, чтобы понять, а что именно меняется в звуке? Становится ли он хуже? Становится ли он лучше? Появляется ли в нем компрессия? Какие частоты отрабатываются? Какие начинают булькать? Я думаю, это вариант. Ну, в общем-то, как я и предполагал. Ничего удивительного в этом нет. Мы накрутили, соответственно, в первую очередь увеличился уровень компрессии. Звук наш стал более кортонным и залимитированно убожественным. А вслед за этим многократно выперла середина, потому что соляви, как говорится по схемотехнике, она начала доминировать, а низкие частоты и плотность стали захлебываться, так назовем, да, хорошее слово. Да, лось! Молчишь, сука. Нету в этих низах, нету того низа, о котором мы любим говорить. В этом низе скрыт Джимми Хендрикс с его фузовостью, с его неразборчивостью, с его чернотой, можно даже и так сказать. Я про палисандровые смахладки, ни в коем разе не про цвет его ногтей. Лось, ты понимаешь, что ты тоже черный? А, лось? Молчишь, падла.
Поэтому перед тем, как выкрутить на семерку, на восьмерку и начать орать на звукорежиссера и на друзей, что звук говно, может быть, стоит подумать головой, ламповой головой, взять две ламповые головы, я не знаю, пустить больше из монитора что-нибудь. Этот миф о том, что нужно раскачивать, конечно, он сработает, если у вас какой-нибудь мастер-усилитель, я имею в виду, мастер-усилитель — это тот усилитель, на котором основная структура гейна выстраивается, а конечным усилителем тогда нужно выкручивать все на максимум. Но вот в модерн хагейн усилителях а громкость, она губит, как бы это ни странно звучало, или странно не звучало. В общем, надо смело пробовать, подходить с умом, с трепетом, с четвертями триольными. Лось, ты разделяешь мое мнение? Лось, ну поговори со мной! Ну и ладно. Ну и хер с тобой.